Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть Resistance 3, и мы где-то недалеко от точки нашего назначения. Мы прибыли в Нью-Йорк, здесь нам нужно отключить пространственно-временной генератор, что бы это ни значило. Как бы там ни было, если так посмотреть, здесь все очень плохо. Кроме всего прочего, еще и зима. И я думаю, это меньше из наших проблем, потому что нам реально придется пробираться через все это. И пробиваться, и пробираться, как бы там ни было, я думаю, хватит и того, и другого. Давайте же посмотрим, что нас ждет в этом городе. Тихо, не встреваем раньше времени. Почему-то мне кажется, что нужно выстрелить сюда и сюда. Да, я был прав. Япона, мать, сколько вас тут. Хотя, с другой стороны, ой, он еще и с базукой. Гибрид-ракетчик. Про него почитаем чуть попозже. А сейчас побежим с шашкой наголо. Пока что есть укрытие. Так что, я думаю, жить будем. Погнали. Так, хорошо. Куда ты подевался? Да что ж ты, дверь-то какая? Ой, что-то я вначале дал экшона, конечно. Так, короче, это, по-моему, плохо кончится. Но отступать точно не будем. Что, понравилось? Так будет с каждым. Это что за пушка? Это что за пушка? Зачем мне дали столько всего? Ого-хо, вот это я волну поднял. Так, а знаете, мне это нравится, потому что сейчас мы всю эту волну смоем к чертовой матери. Вот эта пушка только наверху меня волнует довольно... довольно сильно. Поэтому, я думаю, долго мы тут не просидим. Нет, все-таки убьют. Ладно. Как я там говорил, если серия начинается со смерти, то потом в итоге серия получается очень крутой. Это чушь, конечно, как правило, работает. Просто хотелось маленько сегодня начать с того, что бежать теперь на танк с шашкой наголо, потому что это весело и круто. Сами не рады будете. Да падай ты. Да ты посмотри. Не, а как тут жить вообще? Хм. Дохни, пожалуйста. Дохни ты уже, да? Блин, ну я не знаю прям. Вышел, конечно, я вперед, но... Окей. Хорошо. Сейчас я попробую. Хотя, что пробую-то тут? Действует точно так же. Единственное, побольше прятаться. Так. Тьфу на вас. Тьфу на вас. И погнали. На отстрел.
Так, туда мне нужно зарядить снайперки, чтобы снайпера ушли отдыхать. Готов. Да, блин. Все время повыше чуть задираю. Что ты мечешься все время? Так, ну добить его по-любому надо. Все, готов. Готов. Два. Три выстрела. Куда они стреляют? А, они в дверь стреляют. Хорошо. В этот раз получается получше. Минус тебе. И здесь снова кто-то лупится. Опять эти козлы идут. Пушка кончилась. Эти штуки раздражают. Ой-ой-ой. Что-то прям так приперся сюда. Спокойно. Теперь надо будет вот этим как-то попотчевать ребяток. Да дохнут уже, но вот главная проблема. Хорошо, гори-гори ясно. Свободен. Фух, так, где-то там. Чего только не летит, вот так подумай, да? Офигеть же. Ты что, живой, что ли? Вон там один тишкист шастает. Где ты? Внутри кто-то есть. Алло? А, вот ты. Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял бы. Ну и что? Допрыгнуть я не могу. А, ты сам войдешь. Фу, по-моему, это было неплохо. Перебили всех к чертовой матери. Не с первого раза, конечно, но да ладно. Если так будет на каждом шагу, то Джозеф Капелли, ты попал. Отлично, под землю. Обожаю под землю. Так, и что? Сюда? Что-то как-то не открывается. Как это все работает? А, во! Странное устройство. Но вырубается вполне себе стандартно. Я уже вижу, что здесь водятся наши друзья. Пипец. Ох, какая пакость. Мелочь пока. Недель проведено здесь. Конечно. Сержант Мэдисон, третья рота.
станцию, то выйдем на поверхность. Ну, что-то по ощущениям они никуда не выбились, так что тут и померли все. По сути, здесь, похоже, люди остались с того времени, как здесь, собственно, шла война за Нью-Йорк, которую они благополучно проиграли. Мало ли. Чё это? Что происходит? Я такое ощущение. А, химеры убивают химер. Мне это, по сути, нравится. Чтоб не мазать так. Ненавижу этих тварей. Слишком вредные. Входить-то входит, но эффект, видимого как-то... Готов. Осталось второго. Хорошо. А с этой мелочью как-нибудь по старинке. Ну чё, вот я. Идите, скушайте меня. Ну чё, заметят, нет? Не идут. Может, поняли, что бесполезно? Вот же. Прыгают неплохо, да? Кирпичом закинул. Так, это все хорошо, но... А, нет. Окей. Воды, я понял. Рвемся. О-хо-хо, вот это да. Просто шикарно. Отлично. Просто посмотри за мной, там провожающий делегация. Тихо. Провожающая делегация какая. Так, все, уходим нафиг. И уходим. Пипец. Пипец. Что-то в этой серии как-то слишком много всего. Не перебор, нет, господа? Давай, ну. Фу. Реально хоть оружие прокачается. По-моему, целесообразнее сейчас просто валить отсюда. О, япона мать. По-моему, я зря сюда пришел. А-а-а, жив. Свали, мать твою. Я иду вперед. Ай-яй-яй. Нормально. Да, так я еще никогда, по-моему, не проживался. Здесь врагов реально переизбыток. Это круто. Так, тихо.
Там наверху война, похоже, идет неплохая такая. Ну, не война, а скорее зачистка. Потому что что воевать со зверями, которым, по сути, химеры являются обычные. Их просто чистят. Да, здесь бойцы американской армии. Да. Тут они, похоже, и остались. Попытались пробиться к станции. Но к нужной не дошли. Или дошли, и тут умерли. В общем, все для них очень нехорошо кончилось. Круто! Вот этого только не хватало. Я вот думал, чего не хватает для полного счастья. Смертоносца. Знаете, я чужой на этом празднике жизни. Я просто не понимаю, с чего у них началось, зачем они... Ой-ой-ой. Надо бежать. Надо. Допустим, вот сюда куда-то. Офигеть. Вы предлагаете мне убить его? Что там было? Ой, ой. Да, похоже, они предлагают мне убить его. Да, мимо ушло. Слишком много всего. Вот, хорошо. И вторую. Ой, давайте-ка там сами между собой как-нибудь, а? Просто офигеть, чего только нет. Не, я реально не припомню, в какой игре бы еще было такое мясо. Это просто... Я не знаю, на каждом метре ты себя ощущаешь каким-то клопом, потому что на тебя столько наваливается, что... Ого! Чё так мало-то? О, еще один пришел. Надо валить, может, туда? Я уже ничего не знаю. Так, хорошо. Тебе-то что надо? Ладно, допустим. Вы просто посмотрите на это количество. Офигеть. Я думаю, нужно дать им убить смертоносца, а после этого убить их. Тихо, тихо, тихо. Ты посмотри, что происходит. Это больные, их очень много. Так, окей. Густо пошло. Так, допустим, с одной стороны вошло. Вторую тоже, да?
Что дальше? Кто-нибудь мне объяснит, что мне делать на этом шоу уродов. Ох-ох-о. Может, вниз уйти? Потому что оно не желает. Офигеть. А, вон, теперь. Так, хорошо. Да чего хорошего-то? Пипец просто какой-то. Давай ему в яйца. Или это кишки? Короче, сейчас поплавимся к чертовой матери, поэтому пойдем лучше в ту сторону. Ну надо же. Вошло. Админ. Админ, как обычно, наказал. Пипец. Ты что, на каждой улице реально будет такое мясо, что ли? Офигеть просто. Я здесь убил, ну, блин, сколько, я не знаю. Человек 50, помимо вот этой огромной хрени. Патроны еще можешь собрать со всех. Да. Выход. Выход по трупу врага. Окей. Здесь это в порядке вещей. Восемнадцатая глава. Пусть. Труп. Чей интересный? Солдат опять. Знаете, у меня ощущение, что я сейчас сразу выйду на улицу, и там будет еще столько же врагов, и столько же нужно будет убить. Здесь потому что вообще никто с тобой не цацкается. Относительно физических процессов в башне Нью-Йорка. Вероятно, испускаемый в небо пучок частиц встречается со вторым лучом в некоторой точке за пределами атмосферы. Мы полагаем, что столкновение частиц на невероятно высоких скоростях приводит к появлению множества лямбда-частиц, которые соединяют два различных участка пространства-времени. Каким-то образом химеры нашли способ точно синхронизировать лучи по фазе, учитывая вращение Земли и ее движение по орбите. Это умозрительные предположения, которые могут быть ошибочны, но наша исследовательская группа полагает, что основная цель этого феномена в небесах – перемещение в пространстве. О, как, понимаешь. Наука, однако. То есть, по сути, портал. И, судя по всему, даже не в другое время. Куда-то, может, в измерение другое. Что более вероятно в данном случае. Хватит куркаться тоже, ну. Вон она, дура. Самолет упал. Здесь была, похоже, вообще жесткая битва. Так, хорошо, и куда мы идем? Сейчас осмотримся. Явно не сюда, да? Тихо. Куча трупов.
Да, тут было жарковато. Ну, отлично. Прыгуны. Надо спрятаться куда-нибудь. Снайпера это не круто. Тихо. Снайпера со снайп... прыгучий, вернее, снайпера. Вообще печально. Так, так, так. Ой. Бежим, бежим. Офигеть. Приветствовали меня. Слишком много летает всего, нет? Ай-яй-яй, поспешил. Мне хана. Да. И самое главное, то, что я начинаю в таком месте, откуда, по сути, не так легко будет выбраться. Так, хорошо, как скажете. Сейчас будем погибать. А в принципе, что если остаться прямо в этой... Прямо здесь. Вот эта погонь мешает постоянно. Хорошего. Свидание. Где ты? Ушел, гад. Не ушел. Тебя тоже минус. Так, теперь берем пушку и ловимся вперед. Как вам такой план? Сюда куда-нибудь. Хорош. Твою-то мать, сколько у вас? Смотри, сверху стреляет, снизу стреляет, спереди стреляет. Эти парни со всей определенностью хотят мне смерти. Но я думаю, это было и так очевидно. Давай, пойдем. Знаете, после того, что я видел только что буквально 10 минут назад, меня уже ничего реально не напугает. Поэтому мы просто пойдем, не будем убивать, кого сможем. Кого не сможем, от него мы будем убегать. У-у-у. Психопаты. Свободные. Свидание. Блин, еще. Так, вот и ты, да? Минус одна главная боль. Так, минус вторая. Ну, вот теперь минус. Успел зацепить. Гори. Да не уходи, ну останься, ушел. Ох, так, ладно. Маленько отсидимся, раз они не хотят.
Ты и мы отдохнем. Все, теперь погнали. Подождем. Блин, свалился. Хорошо, где подъемы выше? Ты просто посмотри на это. Свободен. Ну, потихоньку. Не мытьем, так катанем. Давай. Враги. Враги, прекратите. Прекратите, враги. Зачем вас столько? Видимо, по крылу. Ой-ой-ой. Ох, так, дышим. Дышим. Ну чё, зрители, пишите в комментариях. Как это? Мало врагов, нет? Да, блин. Дал ему выстрелить. Здесь такого не стоит позволять. Враги не оценят. Да, блин, не застревай. Поищем аптечку где-нибудь. Тут, скажем, есть? Нет, ты посмотри, они все лупят. Реально не устают, не леним это. Аптечки нет. Зато врагов хватает. Вот она. Отлично. Так, все, пойдем обратно. Нехило втащил. Половину потратил того, что я таким трудом нажил. Ты мертвый вообще, нет? Я не пойму. Дерьмо, почему ты летаешь вообще везде, где только можно? Ты посмотри на это. А, бежим. Куда-нибудь. Я назад отступил, да? Да блин. Кто там? Япона, мать. Еще пришли. Где еще? Вот это. Химера, вы мне сегодня снится будете, я вам гарантирую, потому что это пипец. Что? Где? Ну ладно, хоть как-то так. Фух, пипец. Сколько я их убил? Да, короче, вы спустились в метро, а там вас ничего хорошего не ждало. Там бы в итоге наловили еще больше проблем от диких химер. Очень функционально. Сейчас мне маленько темп надо убавить, потому что я весь пока на адреналине. Поэтому быстро бегаю. Куда я иду?
Мозг просто отключился сейчас, так это, он не задействован был последние, не знаю, минут 10. Вообще никак. Так, нет, подожди, вот отсюда я пришел. Сюда я попал. И мне, соответственно, нужно куда-то сюда. Нет. Я не знаю, я вообще как-то вот не понимаю. А, вот, мне сюда, в шахту лифта. Но почему везде, допустим, вот шахта заброшенная, и в ней работает там электричество, лампочки. Здесь город давно умерший, в нем ничего не работает, но работает радио. Во-первых, кто следит за радио? Во-вторых, откуда электричество? В-третьих, откуда вообще коммуникации? Да, нашел время думать. У нас здесь снег идет прямо внутри шахты. И тут нас уже ждут. Я не удивлюсь, если сейчас опять у нас один шаг вперед, и еще где-то 50 врагов на тебя в минуту. Ну, погнали, чё. Ну, как-то так примерно я и думал. Потому что сейчас я чувствую, полезет на меня. Там, видите, вон снайпера всякие и тому подобное. Кто-то меня заметил? Только не говорите, что меня кто-то заметил. Так, подожди, я не то хотел. Свидание. Здесь, кажется, все окей. А, блин, ты посмотри. Просто обложили. Успел. Хорош. Что такое лежит вообще? Увидел, от меня не уйдешь. Конечно. Фух, блин, у меня уже голос охрип. Я уже сегодня играю в эту игру, наверное, часа 4. Но прям охота пройти прям за сегодня уже, потому что, блин, ну финал же чувствуется. Слишком много мяса. Интересно. Вот и вы, да? Где он? Что-то даже не знаю. Так, теперь понятно, я уже туплю, почему не было видно прицел, потому что это был прицел обычной снайперской винтовки. Спокойно все. Нам сюда, но как нам сюда попасть? Наверняка придется пройтись по всей базе, уничтожить что-то типа вот этого. Окей, они явно недовольны, и они уже стреляют по мне.
Кто что сказал? Ой-ой-ой, давай быстрее. Да блин. Короче. Мне просто так показалось, что мне же сюда надо, да? Нет. Ладно, покажись, где ты там. Кто ругается? Вот сейчас будет дело. Предвкушаю. Ой. Так, короче, зачистка. Я думал, эта штука просто как-то отключает, а она, оказывается, вон она что, открывается внутри. Хорошо. И что мы тут должны сделать? Типа вот этого? Ломать не строить. Это мы умеем. По-моему, это не понравится тем, кто это построил. Так, хорошо, я все сломал? По-моему, да. Теперь вот это у нас красненькое, и все вроде как недовольны тем, что я наделал. Круто. Смотри, как лупит. Да блин. Свободен. Так, что, туда теперь идти? Окей. Просто мне кажется, тут уже все сделано. Пойдем туда. Звуки определенно не нравятся. Если это то, о чем я думаю, то лучше не надо. Так. У нас там, конечно, было открыто. Ну да ладно. Один патрон. Так, короче. Да блин. А смотри, кнопка, а там такая же была, наверное. Хорошо. Пошло. Давай подружек своих показывай. Блин, жива еще? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Да блин. Слишком вас много. Фух, хорошо. О, так, присели. И готовы воевать. Да блин. Питание. Это у них сирена такая, что ли? Звук неприятный. Так, ну допустим. На самом деле все не то чтобы плохо. Нам просто пипец похоже. Ты посмотри, что происходит. Так, я надеюсь, у нас хотя бы чекпоинт сохранился, что мы все это сделали, потому что это было не так уж и просто.
Ай, там еще один. Ах, твою мать, то что ж ты делаешь? Здоровья мало, и кто-то неплохо так лупит. А где-то тут еще и снайпер. И не один, оказывается, еще. Где ты? Ну и где это видано вообще, что прицел мешает просто целиться? Подсвечивает область так, что ты не видишь, где враги. Не. По-моему, сейчас оптимально было бы просто прорываться туда. Потому что врагов здесь еще куча, и воевать с ними это еще очень долгий и не очень увлекательный процесс. Да ты посмотри на это. Я думаю, там успокоился хоть кто-нибудь. Пусть такого-то. А, это там. Где ты? Блин. Короче. Это все, конечно, предельно увлекательно. Блин, ёлы-палы, сколько же можно? Да. Ой-ой-ой. Они кругом. Их слишком много. Они не хотят сдаваться, шеф. Просто, просто как-нибудь. О-о-о. Пипец. Идем дальше. Просто идем. Ой, какой ты глухой. Да. Не, вы знаете, у меня уже это реально веселье вызывает. Это просто билет в один конец. Понятно, что если Джо Капелли выживет после всего этого, там будет какой-то хороший финал, то это будет слишком, по-моему... как бы это назвать? Ну, то есть это будет абсолютно беспомощный сюжетный ход, потому что после таких страданий, я думаю, главный герой просто обязан пожертвовать собой. Хотя, кто его знает. И это к тому, что здесь иначе как шутить ничего и не остается нам. Ой, мы опять куда-то наружу. Еще один битол упавший. Танки, вот она где главная битва, похоже, была. И кто лупит? Я ничего не вижу. Переживите нападение химер. Окей, достаточно доходчиво. Нормально. Вот здесь буду сидеть и все. Переживите, главное. Не убейте там врагов, ничего. Ракеты заходят, да? Не торт. Так, что же делать? Как же быть? Ну, чё, пойдем воевать. Выбора у нас все равно нет. Я думаю, умрем раз 50, прежде чем что-то начнет получаться. Но героически. А тот стоит, смотри. Не вовремя. Так, допустим. Готов. Готов. Т
Так, ими гранаты. Я потом уже надо было взрывать эту ерунду. Так, теперь. Да, блин, я не то убил. Пошло? Пошло. Но не до конца. Так, еще две ракеты у нас. Да. Даже четыре ракеты ему не помогли. И как в таких условиях жить? Хотя, чё как? Как обычно. Стиснув зубы, вперед на врага. Да уйди ты, блин! Ты посмотри, это же... Ой, сколько вас! Их просто орды! Орды! Да вы чё, офонарели там что ли, да? Да ну, уйди хоть ты-то, я не знаю, откуда ты взялся, но ты явно тут не к месту. Я бегу. Я не убежал. Пипец просто. Не, это вообще пипец. У меня слов нет. Офигеть просто. Давай, 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 давай. Да офигеть. Формаза Раша. Да блин, ты смотри как. Смотри как жизни уходит. Это, по-моему, было не круто. И это по-прежнему не круто. Так, а он что-то есть, по-моему. Вот так. Окей. Мужчина, вам плохо? Хорошо. Что тут еще что есть? И тут своих хватает приколов, да? Что-то, говорит, давно Артур не умирал. Давай кинем на него еще 50 врагов. И пусть, говорит, над каждым из них над головой летает непонятный дрон, который будет давать ему бессмертие, пока дрон не убьешь. Окей, как всегда. Чекпоинт хоть был, нет? Ух, япона, мать. Но это уже просто смешно. Уже просто смешно. Ты посмотри на это. Второй пошел. Перезарядка. На. Куда пошел? На тебя один. Так, торнадо второго уровня. Мне сейчас нужно немножко другое. Я вообще не понимаю, что происходит. Откуда ты взялся? Не знаю, после этой игры, я думаю, у меня вообще проблем со стрельбой на геймпаде от Xbox, на DualShock вообще не будет. Так, ну что? Прощай. Он не умер еще, что ли? Не умер. Хорошо. Аптечку, пожалуйста. Так. Окей. Еще не попал. Пошло.
Да что происходит, да? У-у-у. Вы издеваетесь, что ли? Теперь еще и крыши ломаются. Да ты посмотри, это просто, я не знаю, супермедбой отдыхает. Да. Что происходит? Что происходит? Даюсь! Даюсь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего не вижу, ничего не вижу. Офигеть. Дегенератизм. Ладно, мы тебя все равно пройдем. Но после этого я тебя так и выматерю. Не понял. А это откуда вошло? Окей, это нормально. А, то есть это нормально, что меня убили, да? Даже игра это понимает. Вставай, вставай! Да какой вставай, я лучше полежу. Я уже ничего не хочу, я хочу умереть. Это даже не смешно. Я здесь пройти пешком не мог, а он на вертолете подлетел. Так, ну и что, и в итоге я не дошел куда хотел. А еще игра глючит, как вы слышите. Вы, конечно, не увидите всего того, что увидел я, потому что я вырежу, наверное, 99% смертей. Но это реально перебор. Услышал по радио. И очень удивился, что ты еще жив. Но твоя жена верила. Сьюзен, она ведь... В порядке. И Джек. Мы здесь из-за нее. Полетели домой, Джо. Не могу я домой. Пока не могу. Ты никогда не попадешь внутрь башни. Брось все это, Джо. Должен быть способ. Я тоже ненавижу проигрывать. Но не думай об этом. Скоро ты увидишь жену и сына. Они будут счастливы видеть тебя. Как ты думаешь, что будет, если такой терраформер рухнет с неба? В смысле... Свалится с неба прямо на вон ту башню? Да, ты правильно меня понял. Думаю, это классная идея, Джо. Отличный способ самоубийства. А если сработает? Борись или сдохни. Разве не так? Элис, новый план! Фу, я помолчу, я просто отдыхаю. Пусть такого мяса. Осторожно! Ложись! Мне тут негде приземлиться! Давай чуть поближе! Я вижу платформу! Это все, что я могу! Порядок! Не делай глупостей, Джо! Мы с Элисом поищем место для посадки! Хорошо. Отлично. Теперь мы на Терраморфере. Его нужно уронить. Чё-то так я думаю, что... Мы нашли посадочную площадку неподалеку. Элис там, охраняет самолет. Я иду внутрь, чтобы осмотреться.
Мне кажется, что эта штука должна потреблять много энергии. Если мы найдем ее источник и отключим его, то у нас будет шанс обрушить ее на башню. Идем. Встретимся внутри и найдем источник энергии. Хорошо, встретимся, то встретимся, но я думаю уже в следующей части, потому что после такого нужно отдохнуть. Что я могу сказать про эту серию? Она была достаточно упоротой. Не знаю, как это вообще получится после монтажа, возможно, будет все это выглядеть довольно легко. Так вот, нет, это не легко, потому что на каждом из этих мест, которые вы увидите, наверное, склейки, там я помирал раз по 10, по 20, враги реально прут просто десятками, и перебор экшена, ну, не знаю, он достаточно, по-моему... С другой стороны, по сути, круто, такого нигде нет. Просто дико сложно и... не знаю. Нормально, короче, нормально. Игра все равно, блин, она сейчас вот держит сюжет. Мне охота посмотреть, что у них, как тут все устроено. Это же прикольно. Так что увидимся в следующей серии. Возможно, последней. Ну что возможно? Стопудово последней. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.